Наша юрта в Украине едва не спровоцировала дипломатический скандал. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу установки в Буче казахской юрты несокрушимости. Она появилась в городе 6 января. Казахстанцы, проживающие в Украине, развернули внутри пункт обогрева для местных жителей. Готовят там плов, жарят баурсаки и поют песни. А началось все с заявления администрации Бучи. Секретарь местного горсовета Тарас Шаправский написал в Фейсбуке, что юрту установили при участии посольства Казахстана. И это тут же вызвало недовольство Москвы. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, чтобы посмотреть полный выпуск.